Как приготовить поморский тонкий пирожок или кровяные лепешки? Студенты Ненецкого профессионального училища продолжают изучать особенности приготовления ненецких коми и русских блюд в рамках большого проекта «Северная кухня». К традициям национальных кухонь прикоснулась и наша съемочная группа. Познакомиться с ненецкой коми и русской кухней пришли будущие повара-кондитеры, студенты первого и второго курсов, а также их преподаватели. Если первый день проекта прошел в ненецком ЧУМе, в этот раз будущие повара собрались в ресторане Дворца культуры «Арктика», в их числе и студентка второго курса Юлия Чусова. Мы сейчас изучаем кухни народов нашего округа. И испробовали сделать кровяные лепешки. Мне это очень понравилось. После просмотра презентации и выступления артистов ребята смогли продегустировать национальную выпечку. В этот раз ее заранее приготовили сотрудники этноцентра, а затем рассказали технологию приготовления каждого блюда. Мы пекли, такая выпечка, которая называется рачаяс. Ну, это рачаяс называется от того, что они в определенных формочках пекутся, и эти формочки называются рачаяс. Поэтому та выпечка вот называется именно так. Проект «Северная кухня» стартовал на прошлой неделе на базе Ненецкого профессионального училища. До конца учебного года будущих поваров-кондитеров ждут обучающие мастер-классы. Их цель – показать ребятам кулинарное разнообразие богатого национальностями Ненецкого края. Вообще проект предполагает работу в течение всего года. Мы будем проводить и мастер-классы с другими видами продуктов и блюд. Ну и кроме того, хотим это все выразить потом либо в книжной, либо в буклетной продукции. То есть что-то выпустить так, чтобы это осталось. И основная задача – попытаться объединить интересы и различные пищевые, так скажем, пристрастия и культуру пищевую людей, которые проживают в различных уголках нашего округа. Каннинской, Тиманской тундре, Большеземельской, Малоземельской. У всех есть свои особенности в приготовлении тех или иных блюд. Вот необходимо, конечно же, вот это нам и поддерживать, и развивать, и смотреть. По итогам проекта «Северная кухня» организаторы планируют в следующем году выпустить книгу, посвященную кухням разных национальностей нашего округа. Валентина Чибичек, Александра Литкова, Вадим Носкин, телеканал «Север».